Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Ну что, поехали. 10 тысяч кубков сегодня будем брать. И первое, что нас встречает, это кубок шахты. Посмотрим, что у нас тут получится в этом кубке шахты. Тихо, рычка, аккуратно. Бабах, по-моему, я, короче, не доеду сегодня никуда. Мне кажется, мы размажемся быстрее. Хотя, ты знаешь, всякое у нас может быть. Нет, мы приехали первыми. Представляешь? Я ехал как умалишенный, я старался, я... Блин, я рассчитывал на победу, я ее получил, черт подери. Так, у нас тут лихач, у нас тут мотоцикл. Лихач меня, конечно, там хочет порвать. А вот получится ли у него? Нет, нет, браток. Кишочки-то у тебя тонкие еще и слабенькие, чтобы тянуться с папочкой, да? По силе. Мне понравилось сообщение одного из подписчиков. Рэй, научись проигрывать. Ребят, мне, чтобы проигрывать, не надо учиться. Я и так тут слишком часто проигрываю. А вот учиться совладать с собой, вот это, наверное, да. Потому что вот именно с контролем и совладением у меня все очень плохо. Какой-то, знаешь, этот вот жажда победы просто не дает мне покоя. Так, ну что у нас тут? Откроем, наверное, сундучок. И ничего тут нам хорошего не выпало. Бесплатный сундук я могу взять? Нет, не могу, потому что, ребята, офлайн у нас. У нас игра идет в офлайне, и в то же время, ну, в принципе, для ботов это не помеха, да? Боты у нас могут и в офлайне спокойненько играть. Тихо. Тихо. Ну куда ты? Ну. Вот она, ребята, вот она. Аккуратность и неспешка. Она дает свои плоды. Он там гнал, как сумасшедший. И что? И что в итоге-то? Да ничего. Ничего хорошего. Я не поеду поверху, я не хочу. Слушай, блин, ребят, тут еще это задрипона. Давай. Есть! Ха-ха. Сосуночки. Идите нюхайте порточки. Так, попробуем здесь. Если не ошибаюсь, это с кувшинкой, да? Да, точно. Тут особо тоже не надо выпендриваться. Куда ты, Рэй, куда ты? О-о-о! Вот тебе, друзья мои, шел первым и просто обделался. Просто обделался. Твою-то налево. Да потому что она, ребята, сиганула. Она сделала буст во время прыжка. И я, блин, полетел наверх. Видели все это. Вот это, нахрена вот этот вот прыжок нужен такой здоровый? Объясни мне. Да все, тут уже не обогнать мне их. Вот она опять за свое. Она опять начинает за свое. Видишь, прыжок этот свой делать. Ладно, в любом случае первое место за мной. Нет, ребята, не за мной. У меня, получается, здесь 9 очков, у него 10. Я на 1 балл проиграл. Да потому что, если бы я не приехал, бы третьим бы. Все было бы нормально в той гонке. Ну, обделался, что сделаешь. Как ты тут, ёк-макарёк, научись проигрывать будешь тут с этим соглашаться? Не могу, ребята, я с этим согласиться, понимаешь? Не могу. Корёбит меня это все. Очень сильно. Успокоиться не могу, тоже я с этим смириться не могу. Хоть что ты с этим делай. Так, поехали вниз. У тебя нет ощущения такого, что как будто маленько подфризивает игра? Она как бы идет неплавно, как будто бы, ну как тебе объяснить-то? Какими-то как отрывочками. Нет такого ощущения? То у меня почему-то есть. Плавности я вот не вижу вот этой вот. Ну да, как будто вот как такое небольшое слайд-шоу.
Не знаю, хотя вроде здесь все нормально. С чем это может быть связано? Я без понятия. Слушай, у нас что-то тут зачастило. То шахты, то сумрачные долины. Что за дела-то? Как мне эти форсажники, а? Просто, ребята, убивают меня эти форсажники. Серьезно тебе говорю. Нормально, нормально, нормально. Здесь все у нас получилось великолепно. И форсаж сработал как надо. Ну, не форсаж, а именно вот это вот ускорение, которое нам дается. Оно вовремя просто сработало. Вот сейчас. Пипец. О, еще и перевернулись. Вот сейчас оно сработало, ребята, вообще не в тему. Да погибай ты уже, блин. Чего происходит, блин? Ребята, что происходит? Не так отдуплился. Ёпарасеты, а. Слушай, мне кажется, что... Блин, я даже не знаю. Хоть вырубай действительно эту фигню. Она мешает. Она очень сильно мешает. Нет, она, конечно, когда хорошо проходит гонка, у меня она наоборот мне помогает. Когда у меня гонка заканчивается фигово, она мне всегда мешает. Ну а что я могу сделать здесь? Не нажимать кнопку газа вперед? А как мне тогда ехать, если я не буду нажимать кнопку вперед? Вот скажи мне это на милость. Что там хоть за гонка-то у нас? Эпические холмы. Ну на эпических холмах я поеду. О-о-о-о-о-о-о. Танк. Кстати, танк что-то в последнее время у нас на гонках зачастил. Ты видел, как он пролетел офигенно на своем этом турбоускорении? И как я пролетел? То есть у него прокачано наверняка лучше. Да ее дрен-матрен, ну... Пипец. Я не знаю, ребят. Я старался как мог, и я не смог обогнать. Надо что-то с тачкой делать. То ли ее прокачивать, то ли черт знает что. Что-то этот вот микрофриз меня просто раздражает. Ну давай еще перевернись. Вот что хочешь сейчас, вот говори, что хочешь делай. Но это трэш, вот это вот, как ее назвать? Суперкар, который там едет, летает, извини меня. Он же без крыльев, без крыльев. Как он может перелетать вот это все? Объясните мне, пожалуйста, на милость. Как он в горку там летит? Ты посмотри. Ты видел, как он подпрыгнул, блин? Вот здесь вот, вот где мостик здесь был. Вот этот вот, вот канатный. Он просто отлетел от него. Я бы впендрючился, меня машину бы там бы раскурочил бы, фиг знает. А он просто полетел. Нормально? Он просто захотел полетать. Ты посмотри, как он летает, блин. Это нормально, что ли, ты хочешь сказать? Это ненормально, поверь мне. Это далеко не нормально. Я в шоке, конечно. Вот что хочешь делай, но я в шоке, ребят. От того, какие тут вообще немыслимые просто гонки происходят. Вот если я возьму здесь мотоцикл, я смогу проехать здесь лучше всех? Давай попробуем. Ты главное не перевернись у меня. Чудилка ты несчастная. Но тут хорошо пошло. Я не зря здесь взял байк, потому что, ребята, эта трасса мне более-менее знакома. Надеюсь, домиков только не будет, в который надо будет запрыгивать. Тихо-тихо-тихо, аккуратно. Тихо ты! Ну все, тут тоже хорошо. Фух. Ну давай, поехали. Так и хочет, да, перевернуться. Так и хочет вот мне на козла встать и перевернуться.
Нет, 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 только не мост этот. А хотя, в принципе, нормально. Не, ну на мотоцикле здесь можно ездить. По таким трассам здесь не то, что даже можно, а и нужно, я тебе скажу. Хотя я там бы, наверное, на любой машине. Чего они мне вот с этим, со своим моноколесом? Они достали, они на это моноколесо мне столько уже дают фишек всяких, блин. Этих колес там, наверное, штук 5 уже дали. Они мне нафиг не нужны здесь. На моноколесо, я не буду моноколесо использовать. Вон, смотри, смотри, что байкер делает. Просто, вот как вот он так на месте мог смотри, крутит. Крутит свою трясогузку там. Ну и вон сзади щеглазадый едет. Круто. А байк там что, размазался? Я что-то не увидел, байк приехал или нет? Просто байк на месте. Куда вот этот вот Фрид? О, я даже, ребята, с ускорением не могу его, прикинь. Там еще этот байкер выкрутасы свои делает. Я вторым приехал. Он не успел. Вот что там елозил, елозил, но он не успел. А вот эта красная помойка, да. Вот пускай там понизу едет. Ну вот это вот нафига надо было, ну. Ведь можно же было без этого обойтись. Это что сейчас было? Это что было сейчас? Не знаю, что это было сейчас. Какое у нас место? У нас первое, ребят, место. Гонщика мы все-таки сделали, получается. Болотистая дорога. Ну что, вспомним детство? Или как? Подожди, а у нас что тут? Подвеска. На высоких скоростях. Может быть, вот это взять? Давай попробуем, ребят. Давно я не ездил. Чего они там? Перевернись, пожалуйста. Ну давай, 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 едь. Лети, едь. Это, вот это что сейчас было? Но опять же мне повезло, видимо, то, что противник слишком слабый. Луноходы. Вопрос, зачем они взяли луноходы здесь? Интересно, у нас скорость теряется, что мы едем с тобой передом или задом? Или это никак не влияет? Что-то, по-моему, там у меня отвалилось. Нет? По-моему, у меня. На переднем колесе. Даю дрозда. И все, и сразу у меня тачку переворачивает. О, ребят, это что вот это вот? Я весь такой вот задом наперед. Это уж точно. Зашибись. Я не знаю, ребята, она неконтролируемая, эта вертушка. Ты видел, что просто летает сама по себе. Просто сама по себе летает. Так, дай-ка я, наверное, прокачаю нашу. Ага. Нет, надо накопить на подвеску тогда получается. Так, что там у нас? Ага. Зимний кубок, точно. У нас зимний кубок. Да твою ж ты, ну блин, ну. Ну почему по льду-то ты не можешь нормально проехать? Ну ё-моё, ну все, все. Петр какой-то. Четвертым приехал. Самым последним. Ну ты ну, Прэй, ну ты ну бас просто нубище. Полное. Вот ты посмотри, вот у него машину не задирает.
Мою же, блин, задирает, как я не знаю кого. Как это, блин, происходит? Я не пойму. Тысячу раз уже играно, и не пойму эту систему вот этих вот машин. Вот с какого перепуга ее задирает? Вот сейчас едет, не задирает. Потом начинает ее задирать. Ну, сфига ли, спрашивается. Отлично, проехали здесь. Фу, может быть, спойлер нужен. Я фиг знаю, может, у них спойлеры там стоят. Оно как-то там притяжение что-то делает земное. Ну, здесь понятно, здесь нам надо ехать на этой же тачке, потому что... Тоннели, ребят, я не знаю, на чем лучше прыгнуть. Ну, может быть, на вертушке, как вариант, проходить ее хорошо. Тоннели эти. Ну, нахрена ты вот здесь вот Рей набрал скорости? Нахрена тебе эта скорость здесь сдалась, вот скажи мне. Поехали вниз. Твою налево, а? Ай-яй-яй-яй. Так хорошо все шло. Может быть, нам удалить вот этот вот, как его сказать-то, топливный ускоритель, а? А с крыльями бы мог там чувак, по-моему, перелететь. Как мне... Ой-о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 й
Да, тут только из-за того, что, ребят, наверх сиганул. Перелетел эту фигню. Где хотелось бы мне, конечно, перепрыгнуть. Так, давай, влупляй, 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 влупляй. По-моему, я лучше всех тут, нет? Показал, что лучше всех проехал, но... Давай ты газуй, Рей, ну хорош, блин. Фух. Фух. Круто. Аж пересохло в горле, блин. От такой напряжки. От такой напряжки. Может, попробуем на этой тачке, а? Что у нас вообще на ней стоит? А если... Блин, а что это дает? Прижимку в воздухе дает. Не знаю, давай попробуем так. Блин, у меня же крыши тут нет над головой. Ядрен, матрен. Я теперь, кажется, понял, для чего нужна здесь прижимка в воздухе. Он едет как сумасшедший. Без прижимки. Ну ты сам видел, какая ерунда. Если заедем мы в какой-то тоннель, я боюсь, нам, мне будет не сдобровать. Именно если в тоннеле я в каком-то там окажусь. Ну давай ты, твою налево. Как он прыгает, а? Лети на крыльях счастья. Вот так вот. Прямо на финишную прибыл. Я не знаю, как-то на этой машине такие рекорды я видел выставляют. Ты видел там прыжок с крыльями там? Просто. Видишь? Эй. Куда летим? Зачем летим? Не понимаю пока. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, а ты возьмешь здесь? Слушай, ну благодаря своим колесам он... Здесь-то он проехал. Ну хотя он там тоже
Вездеходик проехал. УАЗик, ё-моё, патриот. Допустим. Так, давай, наверное, попробуем прокатиться. А что там за трасса? Горный кубок? А на чем ты попробуешь прокатиться? Здесь горный кубок. На чем можно выпендриться? На байке? Ой! Какого лешего взял этот горный кубок, блин? Рэй, ну ты камикадзе, блин. Тихо, 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 родной, не надо. Лучше перегазовочку убрать лишний раз, фиг с ним. Потеряем что в скорости, но зато не разобьемся. Да, обалдеть. В горный кубок взял байк, молодец. 100 баллов, блин, тебе, Рэй. Особенно вот здесь вот. Смотри-ка, проехал, тихо. Давай, 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 Такс, тихонько. Тихонько. Главное, не газони, блин. Круто. Ребят, тут тоже проехали замечательно. Ну и последняя у нас гонка. А, тут еще и снег. Вниз, что ли, ехать придется? Ой-ой-ой, тут, наверное, вниз надо будет ехать. Тихонечко, блин, везет. Фартит. И финиш, все. Нормально, проехал, кстати, очень даже хорошо. Ну что-то у нас за 7 деталек. Ага, спойлер. А вот такая физиономия у нас уже, друзья, есть. Они бы лучше бы делали, знаешь как, вот если у тебя есть такая физиономия, тебе какую-нибудь на выбор, любую другую, вот это было бы круто. Обделался. Обделался, и этот попрыгун, кстати, тоже обделался. Обделался попрыгунчик. Так, я еду вторым, да? А точнее уже первым. Потому что там чувачок просто размазался. А кто это был-то там? Кто там размазался-то? А, ну да. Байкер там был, ребят. Ну, байкеру и дано размазываться. Не зря их называют этими, как, бесплатными донорами. Они чаще всего разбиваются. Вот так вот. А я проехал вообще изумительно. Воскресный чемпион. Давай, воскресный чемпион, возьмем байк. Так, аккуратно. Вот. Вот оно, друзья мои. Пакость, которая могла случиться, она случается. Да что ты, блин, ну... Короче, вот из-за этих мостов дурацких, идиотских, блин, ничего не получилось у меня. То он может прыгать от этих фиговин, то вообще не может прыгать, не понимаю я. Трындец сейчас был бы. Фига его там раскорячило, блин, ты видел? Порой такие скорости набирают, что просто невозможно контролировать его. А у нас, кстати, байк-то полностью прокачан? Я вот не помню. Фух. Молодец, Рэй. Красавчик. Просто, блин. Такого сейчас ты тупоря сделал. Просто ты такого сейчас сделал, тупоря. Ё-моё. А тут же тоже у нас тоннели, да? Насколько я помню. Ну-ка, ну... Идиота кусок, блин. Ну что, попробуем фабричный кубок на байке.
Просто интересно мне посмотреть, что из этого получится. Вот бы ему еще крылья бы этому байку поставить. Вот было бы, наверное, вообще классно. Но первую гонку прошли замечательно. Тут ничего сложного не было. Тут не было магнитов, слава богу, и тому подобное. А дальше-то как? Особенно с магнитами. А, так тут не я один на байке-то, смотри. Не надо. Не хочу я ваши магниты. Слушай, ну тут тоже хорошо проехали. И последняя гонка. Да ядрю. Ну как так-то, блин. Чуть-чуть, ребята. Все, пещера ледяного огня. На байке я не поеду в пещере ледяного огня. Потому что... Так, а тут одна гонка. Хотя, может быть, и надо было поехать. Да я не знаю, ребят, как тут лучше сделать. Вон там на байке все-таки кто-то рискнул поехать. И насколько я помню, по-моему, понизу получается намного быстрее, да, ехать. Смотри, он меня обгоняет. Ну, короче, понятно все. Я эту гонку проиграл. Никто, кроме меня, не упал под лед. Только я. Только я умудряюсь шпиндякнуться в этот лед. Так, короче, я буду сейчас, ребята, что-то с этой тачкой делать. Переделать ее надо. Достало меня вот это вот все. Идиотизм этот полный. Что тут убрать? Колеса? Или же... Блин, что тут лучше убрать? Понятно, что назад отъезжаем. Что там за трасса у нас? Кубок Штормрайдера. Что на ней убрать можно? Да я не знаю даже, что тут на ней убрать можно. Думаешь, это как-то мне поможет? Крылья эти. Ну давай попробуем. Я не уверен, ребят, что это мне как-то поможет. Фига там. Я удивлен про вот этого байкера, как он тут вообще выжил. Угу. Так, ну тут хорошо получилось все. Ну байкер как выжил, извини меня, там где практически половина из команды просто развалилась. А он ехал, все, ему пофиг на все было. Ну давай, 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 давай. Видишь, здесь он, ребят, специально притормаживает. Побаивается, понятное дело. И вот эти вот свои крутилки здесь он делает, чтобы, видимо, набрать скорость или что, я не знаю. Есть. Так, вторая гонка отлично проехана. Как ястреб. Так, вулканы, вулканы, не вулканы, эти гейзеры, блин. Поехали, аккуратно. Ага. А, у меня же нет этого. Я думаю, что у нас это? Я же не взял ускоритель на горючку. Я его снял, сменил. Ну и нормально. Вот и все. Возвращаемся обратно на место. Гора смерти. Ну что, в горе смерти, по-моему, нам крылья вообще не понадобятся. Если не ошибаюсь.
Или понадобится? Хм, смотри, с крыльями просто тю-тю-тю-тю-тю. Хотя тот тоже был с крылышками. И тем не менее, я почему-то его обогнал. Слушай, тут красиво так распластался. Мне бы тоже было бы обидно на самом начале просто размазаться. Шапка вон, как говорится, все поразлеталось. Ать. Ну ладно, хоть заехал. Так, мало того, что заехал, еще и первое место взял. Ух, рычик, красавчик. Слушай, ну крылья. Периодически, ребята, нужно по ходу дела и менять. То крылья, то еще что-нибудь. Как бы... не знаю, может какой-то алгоритм тут у этих игр. Что, типа, ездишь на каких-то определенных гаджетах. Он, хоп, тебе противника поставит. Ты немножко поменял. Оп, и начинаешь уже выигрывать. Ускоряшки, конечно, нету. Есть. Ты посмотри. Вообще, изи. Изи-пизи. Так, что там у нас? Блин, опять эти шахты. Ну вот в шахтах. Блин, ну в шахтах. Я не знаю, в шахтах на... с крыльями, но, по-моему, дело здесь нечего на крыльях. Хотя вот он летит намного плавнее, когда у него нету. Точнее, намного плавнее, когда у него стоят крылья. Ну, сам видишь, да? Без крыльев он бы тут давно бы тут все бы пересчитал бы. А так, едет себе на позитивщике, да и едет. Да, ускоряшки, конечно, нету, конечно, но... Опа, опа. Видел? Вжух, набрали скорость и переплюнул. Переплюнул их прямо на самом финише. Ну давай последнюю гоночку. С Алиной с тобой загоняем. Кто там? Путин матня. Путин матня. Молодец. Ничего не скажешь. Так, ладно. Ну что, победа? Да, победа, ребят. Горные мосты. Вот, кстати, вот с горными мостами. Сейчас, если мы будем с тобой на этих висюльках висеть, нас будет с тобой охрененно куда закидывать. А знаешь почему? Потому что у меня крылья. Тихо. Смотри, просто... просто пролетел, как на одном дыхании. Без крыльев я бы так не смог бы пролететь. Ну, тут опять же, ребята, правильно кто-то сказал в комментариях, написал: Рэй, нет плохих машин. Все машины здесь хороши. Я полностью согласен. Я даже больше скажу, тут не только от машины все зависит, но и зависит от того, как ты едешь, как ты управляешь машиной, насколько точно ты все делаешь, насколько классно ты ее подстроил под гонку. Тут много факторов, ребят. А так, да, машин плохих нету. Хотя нет, ребят, есть. Я думаю, все со мной согласятся, что моноколесо, ну, это что-то нечто с чем-то взятое, и оно беспонтовое. Первым. Ну, вот ты мне скажи, вот кто-нибудь из вас на моноколесе делал рекорды? Если делал, то пускай мне скинет видос, и я посмотрю. Чтобы он, например, обогнал любую из машин. Там, ХКР-ку или еще кто-нибудь. На моноколесо. На моноколесе. И тогда я признаюсь, что я не прав. Моноколесо — это вообще, по-моему, какой-то стёб. Просто издевательство над игроками. Моноколесо. На нем ничего нельзя делать, на нем очень тяжело, ребята, держать равновесие. С любого прыжка ты можешь шпиндякнуться либо харей вниз, либо затылком. Не знаю. Просто какой-то разработчик решил прикольнуться. Давай, говорит, поставим моноколесо. И поставили.
Вот и все. Их даже не интересовало, как ты будешь на нем ездить, что ты там будешь делать с ним. Главное, мы его воткнем и все. Даже луноход, мне кажется, лучше, чем это моноколесо. На луноходе ты хотя бы можешь полететь. Поставить эти ускорители и лететь. На моноколесе я не знаю, куда ты полетишь. Если только в рай сразу же. Как бы так вот. Ну что у нас там сейчас будет? Ну это дубль. Так, день гонок. Уровень босс. Да едь ты нормально, это что ты? Ты хочешь мне сказать, что ты на монетном ускорителе вот так вот скорость набираешь? Офигенно. Ребят, ну это чушь полная, что он сейчас вот сделал. Согласись, это полная чушь, что он сейчас сделал. Смотри, он отстает. Как он меня обгоняет? На чем? Я не понимаю, как он мог... Угу. Так, 1-1. Как он меня обгоняет-то? Я что-то вообще, ребят, не вдуплю. Ты посмотри, он там еле-еле едет. Да у него, наверное, машина просто прокачаннее, чем у меня. Есть! Щеглазадый. Да, ребятушки. Отпорхал, как в сказке. Фух. Это было красиво, это было сочно. Ох, да, такое прям облегчение. Ну что, надо же, и сундук активировался. О, редкая скоростной спуск, ребят, нифига себе. Хм, одобрямс. Так, ну что, давай-ка мы, наверное, прокатимся тут. Кстати, я хотел про байк-то посмотреть, он у нас прокачан все-таки или нет? Ага, байк-то у нас, оказывается, еще не прокачан, у нас ни силы прижимной нету. И этот у нас еще не прокачан. Но здесь намного меньше осталось. Здесь всего лишь 5 улучшений, а тут... 4-4, тут 8. Вот так вот. Ну что, погнали. Посмотрим, что у нас тут выйдет. Давай, родной шпарь. Подлетаешь ты, конечно, классно. Все, тут базара нет. Давай, 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 давай. Лети, 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 пташка моя. Так, запрыгнули, да? А нью-рекорда не было пока еще, да? Сфига ли колесики-то эти сработали? Да? Блин, вот это паршиво. Перевернись. Да перевернись ты. Так, багги нас обогнала. Ну и чего? Пец, ты издеваешься, что ли, надо мной, а? Вертушка, блин, один, это одно слово, блин. Да, эта трасса, ну, явно не для вертушки. С такими этими изъянами. А горючку брать не надо было, да? Рей, вот не надо было тебе брать горючку-то. Ты же у нас бензиновый магнат. У тебя бензин, блин, в голове, ё-моё. Тебе же не нужно брать канистру. Зачем?
Повезло нам просто, ребят, что тут вон канистрочка, блин, лежала. Пипец, вот это вот меня убивает. Просто встревает в какую-то фигню и все. И ни туда, и ни сюда. Давай ты. Ну, сейчас он здесь, понятно. У нас канистр будет где-нибудь? Вон она, наверху. Надеюсь, возьмем. Фух, взяли, успели. Не, ну это, конечно, жесть. Ты посмотри, тут впадины, подъемы, блин. Ну, явно здесь не для вертушки трасса. Здесь трасса для багги, наверное, скорее всего. Так, возьми горючее. Нет, нет, нет. Говорю, возьми горючее. Ну давай ты тогда вот так вот, раз ты не можешь, блин, нормально заехать, блин. Корявый. Так, канистру возьми. Взял. Красава. Канистру мы взяли. Так, летим. Опять он перевернулся. Да что с тобой не так-то, а? Она полностью себя оправдывает. Вертушка, блин. Потому что она переворачивается, как вертушка. Она не может ехать нормально. Горючий придурок! Поздно. Да я уже понял, что сфейлился из-за того, что просто не подобрал горючее вовремя. А там никак нельзя было. Там, ребят, пролетел я просто. Ну, что же сделаешь. Ну что, дорогие друзья, на этом сегодня я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков.